эксперта. Кто-то снимал. А где он? А вон он, седьмой номер, третий едет. Теперь пятый. Да, Валерочка. Yellow card. Седьмой. Опять он, то есть он четвертый, да? А я уже сбился. Не, ну он сейчас четвертый, да, да, да. Белого подбил. Ну что, приятно едет. Чуть оторванная такая. Валерий, только соперника дай сзади, не, чтобы по небу пускать. Ну, он нет. Сразу начинает красиво ехать. Газ пол давить, да? Ну да. Это костяковка, да? Или костичка, да? Их замалывает. Лёха снимал, по-моему, финал. Мини. Ага. Еще ничего не известно, я тебе скажу. Первый толчок с красным носом, он так и идет, попрыгучий. Да ух, скорость какая, ты глянь. Главное, чтобы хватило батарейки. Как эксперт, да? А результаты вытаскивают куда-то там? Я проходил, посмотрел, ничего нету. Там только группы стоят. А вдруг мне круг сняли? Запись. Не за что, да? Да вроде везде рабочая ситуация. Если бы круг сняли, то... Я даже не сталкивался ни с кем. Я так переживаю, на всякий случай, знаешь, когда... Ну, да. Где с таким запасом шел? Там шестой номер, где я красный таскал. А, в конце, да, вот это, или? Ну, он подсел, стал более, как это, предсказуемым к концу. И поэтому смысла, я смотрю, уже нет никакого. Ну, ты правильно говорил, что не дергаться. Тем более, дело сделано. Валерий Гарич стал. Там где-то много. Да. Да, отсюда. Я оставлю мотор сгорел.
Да он сам убрался. Он просто поехал прямо. Человек поворачивался. И сколько у нас осталось? 4, да? То есть на ФСРЕ надо на мини, слушай, на мини на ФСРЕ. На стандарт надо делать этот хулок как первый. Попрыгунчик и все. Ну, настраивать, имеется в виду. Как ваш эксперт? Так же. Много. Ужрет мало. Да. Ну, сможешь управлять хорошо, да? Прыгание на волнах, я смотрел по логеру, практически ну, не добавляет во время опускания лодки. Только не добавляет почти. Зато она как шарик перекатывается, да. Видишь, вот все. Нырнул там кто-то. Ага.